знаю, может узнает, а я нет. Великая Отечественная, страшная война, которая вошла в каждый дом. Мужчины ушли на фронт, но нелегко было и женщинам в тылу. 4 года они ждали своих мужей, ждали весточек, писем. На, вот читай, читай. Отелева, Валентина, свет моей души. Главный герой этой истории дед Никанор. На 3 села он один за мужика. Дядь Никанор, кого? Ты зачем пришел? Зачем, зачем? Зачем? Старые кости захотели в гости. Писем с фронта все нет и нет. А похоронки дед никак не мог отдать этим женщинам. Не говоря о том, что произошло, старик решает помочь. И до того разошелся, что нельзя понять, то ли плакать, то ли смеяться. Ой, дед! Ой, не зря ты ко мне захаживала! Премьеру смотрели сквозь смех и слезы. Спектакль «Войну» показали во всем многообразии. Режиссер и артисты ставили задачу затронуть сердца и души зрителей. И это им удалось. Спектакль очень эмоциональный, очень чувственен. Актеры вкладывают частичку своей души. Все идет через женский такой взгляд на жизнь, на вещи. Хотелось наших актеров поздравить с Днем театра. И великолепная игра. Очень нравится. В этом году, я говорю, столько спектаклей. И «Оскар», и «Гроза», новые постановки. Просто потрясающе. Юлия Лаптева, Анжелика Воровинок. «Наше время».